Алло, Сань, здорово. Здорово. Ты меня слышишь? Да, нормально. А чё у тебя, подожди, какие у тебя проблемы там были с этим, с микрофоном или чё там Чё? у тебя? Блин, сейчас, сек, подожди. Проблемы какие? Я хуй знает. Он то работает, то не работает. Ну, с АП связано. Ладно, я на мид пойду, тут у Кати все равно одни мидеры, типа, не знаю, Ариана, Люкса, Ари, Катарина. Короче, норм у меня тут. Есть из кого выбирать, ЛБ. Обманщица. Ну чё там, все? Долго еще? Сейчас. Ультивакмен. Что у меня тут за вообще люди такие добавлены? Чисто серебро сквад. А, блядь. Пидор, а. Ты смотрел Логана, кстати? Нет. Нет? Хочешь посмотреть? Не, извините, я не хочу это его смотреть. Ну, мне Ульф уговаривал, типа, хоть, ну, типа, пошли, пошли, я, типа, не, пизды, не хочу. Короче, не знаю, типа можно вообще будет у меня собраться, типа завтра. Нет, послезавтра. Или завтра, не знаю. Короче, типа у меня все уезжают. Все, погнали. Рэди? Да, все. Джангл и саппорт, тыры-тыры-тыры. Окей. Я прям мощно отыграл, короче, за Элизу на своем аккаунте. Стомощнецки. А, знаешь, почему я не стал играть в ранкеды? Ну? Я, короче, решил поиграть в ранкеды. Ну? Типа, все, зашел. Ну, типа, Champion Select. Забанил там даже кого-то. Но. Тыкнул на иконку, короче, забыл нажать локин. Меня выкинул, я послался нахуй. И больше не стал их пробовать. Чё, подожди, нажал локин и тебя Н выкинуло? не нажал локин, и меня выкинуло. А, ну так это, ну да, типа, как бы это обязательная фигня. Типа. Ну, короче, по-другому, типа, ты не сможешь играть, типа, если ты не будешь локинить. То есть тебя будут выкидывать. Ну вот я тебе о чем и говорю. Потише немножко звук сделаю. Ты, кстати, когда говоришь, ты себя слышишь или нет? Нет. А, нормально, значит. Ты что-то на меня жаловались, что от меня типа фонит. Не знаю, я просто через наушники сижу. Где все эти нубы из бронзы? Типа, куда они все? В школе, наверное. Хотя нет, даже сейчас за каникулы, что за фигня? Что за фигня? Не знаю, может, подготовительный экзамен. Или экзамен. А, нет, у них же все закончилось, у них же выпуск не был. Вчера был. Или сегодня? Не-не-не, ты что говоришь? Он же был, ну, раньше. А ты смотрел этот Джон Вик 2? Пфф, не, я последний фильм, который в кино ходил на сплитапа. Нет, не на сплиттере. Как этот, Ну блядь? да, сплит, который у которого разные несколько типа Личности. личностей, да. Сейчас, секунду.
Алло. Алло. Да. Короче, а этот что, Звездные войны Изгой смотрел? Нет, да это пизду встань, нахуй же там делать? Я не люблю. Я не люблю тягучие фильмы, блядь. Да ладно, это же Звездные войны, чё, охуел? Чисто на поддержке пацан, который поддерживает. Сука! Чисто пацан, который поддерживает. Короче, кого мне брать? Скажи сразу. Сами мне похуй. Типа, я вообще думаю насчет Башкортостана, блядь, здесь. Хотя не, плохая идея. Так, ладно, знаешь что? Блин, а кто сейчас вообще, типа, блин, ну, типа я, нет, Видгер это говно, Зак, Лисин, ну, наверное, Зака забаню, типа, блин, не хочу против него играть, такое, блин, кто-то забанил Трунды, неужели кто-то боится Трунды, это типа жестко. Я там Бобби Груди, видишь, как качественно, Сань, жестко. Сань. Бля, да, пиздец. То есть ты понимаешь, там чисто Бобби вкачано, Бобби. Сань, а чё ты себе такие же усы не отрастишь? По-моему, гарно, типа. Сань, ты пикнешь или нет? Сань, прими уже. Сань. А, точно, да. Сука, чисто на 0 секунд. Сын, ты вот издеваешься надо мной или чё, типа? Так вообще не норм. Чё, бля, бахёр чуть не словил. Да не то что батьёр, типа, как бы понимаешь, типа, нам бы пришлось ждать там еще минут 5, и, короче, вообще это не здорово совсем было бы. Ебучие ранки, да, блядь. Че чувак пикает, я не понимаю, это мидер, типа, или кто это, или что это? Ну, я так думаю, да, я так думаю, это мидер. Что ты Ну делаешь? ладно, типа, кого взять? Вот это сложный выбор. А почему, типа, у Джакса... А, окей, типа, там чувак, типа, лес застомпил, я понял. Так, чё Люксу? Какую Люксу? Бля. Чё Люксу? Я могу за Люксу, ну ладно, типа. Так, я возьму, наверное, Twisted Fate, да? Блин, может Клин взять? Хотя... Не, наверное, лучше Экзост. Экзост лучше, Блин, или Хил взять? Охуеть, прикинь, мне лаунчер забагался. Пиздец. Ну, типа, призыватель 3 выбирает 0 секунд, ничего не выбрал, у меня дальше, типа, А, крутится. Сань, да не надо ничего делать, все нормально, типа, как бы. Да мне похуй, я пикнул. Это знаешь, с чем связано, короче? Как мне говорил, короче, Урф, это связано с тем, что... Микроразрывы, которые... Ну, короче, у меня такая проблема была, у него такая проблема была. Это связано с модемом, короче. То, что типа модем, короче, как-то там неправильно передает. Сейчас, секунду.
Саня, курить. Мне кажется, не пизда. Не, нормально, типа. Ну или мне пизда. Да бэкнись, типа, чуть... А. Блин, ладно, я не буду бэкаться. Щиточек, щиточек. Да, может пойти застилить. Давно не играл за Люксу такое, короче. Да, он помню, что сложно. Ну, так-то да, но, типа... Просто животное, блядь. Блин, из-за этого тупого Twisted Fate не заласхитил, короче, миньона. Нифига он там. Просто как мужик ворвался. Ох уж этот Джакс просто. Вообще неожиданный чувак.
Чисто вот за это я люблю Бродли. Просто он, я не знаю, вот я бы так не стал, например, делать там флеш, что-то как бы, ну. Ну, типа там Twisted Fate мог, короче, спокойно выжить и уйти, типа, но. Эх, блин, короче, су, блин, ебать, я лох. Короче, мог выжить и не выжил. Ну ладно, нормально. Ебать, она такая конченая! Ладно, я сейчас соберу, короче, 40 КДР и типа буду спамить лютой каждые 20 секунд, и все будет норм. Блин, вот сейчас я не совсем понял, типа, чё хотел этот. Пиздец. Что там умираешь на боте?
Пиздец. Блин, что-то, короче, с ласхитом не так. Что-то не так. Все было норм. Что-то фигня. Да ладно! Блин, просто жесть, просто типа ёбаная автоатака. Сань, да отходи ты, они же сильнее, типа, чё ты, зачем ты дерешься? Блять, ну почему она, сука, не может? Сань, мне кажется, ты просто агрессивно, типа, играешь, типа, а вы играете с отставанием, поэтому, типа, вы там немножко сосете. Это типа норма. Чисто потихой. За тебя, Варвик. Я уже не уходил, у меня флеша не было, ничего не было. Окей. Такое. Я иду на бат. Ваншот. А шот ваншот. Ах ты ж достал таки ультой, офигеть. А, господи. Короче, типа, что-то пошло не так, Сань. Ну, обычка. Ладно, это типа вот такое. Не страшно.
ГП лучше б обратно на топ убежал, типа. Хорош. Бля, вот дурак, а. Три секунды ульта. Хорош. Может добить миньончика, Санчо? А, понятно. Тут, короче, все из-за твоей. Ладно, я на бэк. Блин, там на боте пачка огромная вообще. Сань, отходи. Типа. Не надо. Ой. Чё у меня так залагало-то, господи? А, 960 пинг, охренеть. Блин, чё за хуйня происходит? Сань, ты можешь встать в трап, включить Ешку, и она типа тебя не надамажит. Ну да, зато мне надамажит. Сань, дай ульту. Хорош. Мне так глубоко не надо, Сань.
Ах ты сука. Я не успел на него экзос поражать. Санин ёбнутый. Охренеть, лазер между ними двоими прошел. Просто жесть. Просто не очень. Бля, что собрать? Собери что-нибудь нормальное, Сань. Не знаю, я локет хочу. У нас проблемы. Глобальные. Мне кажется, у нас проблемы. Типа, Жесткие эта проблема проблемы. называется 15-3 в армии. Ну так, между всем прочим, типа. Ну как бы пацан так-то что-то могёт. Это чмо неубиваемое просто. И этот такой дракон берет, что пацаны дерутся там, короче, Пизда. А чё, блядь, такой просто... Короче, чисто под шумок, типа, такой дракон берет и А типа чё? пару. А чё, блядь, а почему вы, блядь, вы не пробиваете? Вы чё, суки, В охуели? смысле, Сами, Нахуй вас нально? потому что он 14 Сосунь. уровня, а я 12, и типа у него магресс типа есть, и как бы, а у меня типа пробивания нету, как бы, и все. И И все, усил. блядь, все такие нет. Все такие просто нет. Не, я типа могу как бы вот, типа подойти там и типа как бы что-то немножко надамажить даже, но типа не убить его, это точно. Тут вообще unlucky. Ну, посмотри, он как бы просто меня давит, типа. Саня, он, блядь, двоих давит, ему похуй. Ну, как бы да. А я даже не знаю, в какой момент он, типа, ну, короче, в какой момент он, типа, просто стал таким жестким. То есть, как бы он приходил на мид, я его даже убил, по-моему, разок, но, типа. Как бы, потом он такой выходит, и я его убить уже не могу, и он меня убивает. Бля, ну надо... Да, блядь, надо FF-ать, я не хочу дальше это играть, мы все равно проебем, блядь. Сданка подпрыгнул и завалил. Не, мы можем это выиграть, Саня, между всем прочим, типа, изи. Надо ловушки бы собрать. Да я в ахуе. Подхилил немножко, Сань. Не, типа, слышь, Сань, мы можем это выиграть. Сейчас у меня сейчас просто будет дамаг. Вот. И будет Джоня. И все. Как бы. Мне остается только шапку собрать. Только слышь, Сань, пожалуйста, поставь вард на нашора, типа, это очень важно.
чтобы я, если что, мог его типа состильнуть. Сань, только не умри, Сань. Все, ну поставил, уходи, типа. Блядь, Сань, ну подай. Есть ульта, Сань? 4. Пойдем на мид. Есть что, ультуй, типа. Я же тебе говорю, что мы можем это выиграть, типа. Всё. Давай, блядь, Сань, первая победка, нахуй. Говорю, 40 кд, люкс, это просто жесть. Просто ульта откатывается 39 секунд, если ты, типа, убиваешь чувака еще на 10 секунд, еще, типа, на 10 секунд меньше. Короче, итого там получается, я не знаю. Сань, я тут, если что. Блин, они бот ломают, нужно бэкаться, типа. Бэкнешься? Ну пиздец, а там двое, там пизда. Блин, ну вот. Да это пиздец, нет, Сань, ты ебанулся, там они вдвоем, они просто ебашут. Понял, ладно, я иду. Ну, типа, 21.5, прости. Может, Дрейка заберем? Ну, типа, было бы неплохо, наверное, да, я думаю. Не, я могу изи ваншотнуть, там, Кейтлин, там, я не знаю... Сону, Twisted Fate, там вообще просто на простачах ваншотнуть, но... Ну, всегда есть но. Есть но в виде Варвика, который, типа, просто так мне этого сделать не даст. Ну, пойдем, типа, я помогу. Опа, Кейтлин. Ой-ой-ой. А вот это проблема. Ну Twisted Fate, ну!
типа, вот так вот не вариант вообще, типа, там просто Twisted Fate сзади портнулся, и как бы и все. Сань, уходи. Как-нибудь. А, беги, парень! Да не, Саня, это, блядь, ёбнуться можно. Да не-не-не, все нормально, Там типа. что, блядь, Варвик убить, нахуй, надо, блядь, Да четвером хер с его ним, пиздить. плевать на него, понимаешь? Наша задача убить Кейтлин и убить Твистед Фейта, типа. А Варвик сам, видишь, он как бы, он уже перестает дамажить. Ну то есть, типа, Да. как бы он тебя, ну вот меня он не ваншотнул, то есть меня убил Твистед Фейт. То есть я как бы выбежал от него, и меня как бы убил Твистед Фейт, который там на стреме был, типа, если чё, короче, сзади, ну как крыса. Совсем не как крыса. Вот, и типа, если бы не Twisted Fate, то все было бы нормально, и типа, я бы не умер, и мы бы выиграли, но типа, Twisted Fate меня решил все-таки убить. Сверху. У меня есть экзост, есть локет. Типа, только не вешай экзост на Варвик, ладно? Это бесполезно, типа. Типа, если подойдет Twisted Fate, вот на него, типа, вешай, короче, экзост, и норм все будет. А вот и Twisted Fate. Я на Кейтлин устанешь же кинул. Ну, все равно, anyway, это плохо, типа. Сань, конечно, плохо. 32-45. Да блин, Женя, не прожимается, что за херня? Да зачем вам этот вот, Сань, фокусе вот этого пацана, типа, хорош. Ну, жесть, просто жесть. У нас еще бесполезный гангплантище просто, вот который ни хрена не делает. Типа. Джонни Бой ГП. Ингип стал. Все. Надо на Шора забирать. Идите на Шора забирайте, пока Варвика нет. Идите. Я типа дам ульту, не знаю, издалека, если что. Я не успею просто сейчас к вам подойти. Джонни Бой. Хорошо, идите, все. Господи, что этот Джак сделает? Нам пизданутый, блядь. На Шора. Да там, кстати, как-то закончить, блядь, можно. Не, вообще нет. А, да, нихуя. А, нихуя там. Алло. Там чувак ТПшится. На Шора.
Блядь. Все, можем заканчивать. Хорош. Нурпо затащила. Ой, я достиг 5-го ранга. За люкс. Неплохо. Просто хоули щит. 45 тысяч он дамажил, он дамажил 46. Как он это сделал, я не понимаю. Меч. Здесь меч. Ну чё, типа, одну и идем? Блин, а это Ульфика. Чего? Предупреди, что мы идем. Напиши ему, вон он в игре. Гоу-гоу, все, погнали. Ваша команда должна заполнить большее количество позиций. Что за фигня? Как это так работает теперь? Вступи в клуб. Какой? Так, Нурпо. нет, подожди, это Катя Нак, я как бы, пусть она сама решает. Хотя, подожди, слышишь, Саня, одну секунду, сейчас я приду.
Алло, ты написал Ульфку? Система чести наконец-то будет переработана. Вас ждет голосование в конце игры, сезонные уровни чести и множество новых наград. Теперь подробно. После каждой игры на новом экране голосования можно будет отметить союзника, заслуживающего похвалы. Отличный координатор, главному тактику не терял духа, невозмутимому доперу хорошая игра, просто хорошему игроку. Проголосовав, вы попадете на послеигровой экран. Справа отобразятся ваши похвалы за эту игру. Если союзники похвалили вас 3 раза или больше, все лобби увидит этот классный лепесток. Уровни чести. Все начинают с чистого листа, со 2-го уровня. Ваш уровень будет расти на протяжении всего сезона просто за участие в играх. Если вас будут часто хвалить, уровень будет расти немного быстрее, но не настолько, чтобы стоило выпрашивать похвалы и раздражать всю команду. Уровень снижается только при получении наказаний, так что большинству игроков беспокоиться не о чем. Стандартные награды – фрагменты ключей, которые теперь выпадают только в системе чести. Если ваш уровень 2 или выше, вы будете получать столько же фрагментов, сколько и раньше, но теперь вам даже не надо побеждать. На первом уровне количество фрагментов станет меньше, а на самом мне не дается ничего вообще. На уровне 3 вы Сань. начнете получать значки для экрана загрузки. Значок дается за 2 похвалы от союзников из группы или за 1 от них знакомств. Значок отобразится на экране загрузки только в следующем матче. Значки чести показывают союзникам, что ваша прошлая игра была отличной. На 4-м уровне значок становится ярче, а на 5-м полностью преображается. На 3-м уровне и выше вас ждут капсулы чести. Это особые сундуки с добычей, для которых не нужен ключ. Там минимум 2 фрагмента ключей, а иногда еще и осколок чемпиона. Изредка из капсул будут выпадать образы из серой Барвик и средневековой Вич. Теперь они эксклюзивны для системы чести. Для разблокировки этих образов не нужна эссенция, и они идут в комплекте с чемпионом. И последнее, раз уж это сезонная система, в конце сезона вы будете получать эксклюзивные награды. Ведь честь... Сука, я хотел за мастера и поиграть. Короче, типа вот должны ввести сейчас систему чести, короче, новую. Ты видел, не? Где? Ну, типа. Саня Золов, ты норм? Или так? Ну, Сань, танк, хули делать? Танк? Ну да. Танк норм. Танк норм. Ну, не, ну конечно не ок, типа, но не полностью, но, блядь. Нормально будет, я думаю. Если мне ебал не разобьет, то где-нибудь. Думаю, аксу взять опять. Ну, может, Владимира? Володя! Володя. ЛБ можно, ЛБ можно. Хотя... Ну такого. Корки. Помидорки. Корки, сочные помидорки.
Фнатик корки. У Хэдскин есть Фнатик корки. Сань, знаешь что? Сань. Че? Типа на ОПГГ почему-то у тебя не показывается, что ты типа 30-й левел, короче, и вообще ранки доиграешь. Странная какая-то фигня. Просто не ищи, блядь. Нурпа. Нурпа. Корки-корки. Большие помидорки. Видишь, как он палец держит? Сань, знаешь, что это значит? Кто? Корки? Да, смотри, видишь, как он, типа, у него, типа, палец наверх. Знаешь, что это значит? Тебе пизда. Есть же, да, брат? Это значит, есть же победа. Есть же Фнатик. Да. Что, сегодня среда, да? Среда, кактус, Тимох, Бетолайз. Сань, только жестко не доминируй над ними, Сань. Я постараюсь. Прям жестко не надо. То они еще сдадутся раньше времени. Далахан. Кратер, я пташка. Фосфорная бомба. Мне кажется, они пойдут инвейдить. Да нет, Сань, вряд ли. У них нечем инвейдить. Просто нечем. Ну, не знаю, там хук этого. Кого? Хук того. Сань, ты чё, никто не будет брать хуки на первом, типа, это однозначно. Грабить. Блин, какая у него раньше автоатаки, интересно. 550, ничего себе. Типа норм. Тактика. Сломал гребный брат. Вот
Саня, у него ничего нет. Найс. Ты можешь контржанглить, да, спокойно. Не, Сань, не надо ничего делать. Просто... Просто съедись. Просто лесничь, да, типа, как бы... У меня, в принципе, все хорошо. Блин, на самом деле, вот, типа, между всем прочим, короче... Вот бренд не хочет бэкаться, типа, и... Да ладно, он с барьером был, ты прикинь, он меня забайтил. Хуй-щит. Я что-то проглядел этот момент. Просто хули... Ну ладно, типа, это не критично, конечно, но это было просто обидно. Максимум обидочки. Блин, может что-то интереснее собрать? Хиггс-дринкер. Не, хиггс-дринкер. Хотя хиггс-дринкер, наверное, пойдет, да. Ладно, типа, anyway, типа, у него 17 крипов, у меня 30, как бы. То, что он меня убил, в принципе, это вся фигня. Это не дало ему сильного, там, какого-то power spike. Дало. Давай, Саня, еще на ганг попробуем. А, ясно. Ну давай. Типа, че, против что? Он заварнил там, Сань. Офигеть, он ушел просто. Почему мне так никогда не везел, блин? Ну, ну да, как бы да. Ясно. Ладно. А знаешь, если бы у тебя была приписка на Рупо, ничего бы такого не было. Кстати, ты... А, ну ладно. Короче, собирай сейчас джанглерский предмет нормальный и забери этот дракона, пожалуйста, как-нибудь. Купи себе этот тотем, который типа палит варды и все, и в соляного там забери дракона. Если все равно не ганкаешь ни хрена, хотя бы сделай что-то полезное. Дети, пидорги.
все, закончилось просто. Для этого бренда счастливая серия просто. Эра. Он понял, что типа тут уже не вариант просто так выехать на том, что типа он там кастики сделает свои дурацкие. Ну сейчас я им покажу просто, где раки зимуют. Блин, ладно, сейчас вот так закупиться. Ну ладно, типа две урты зато пройдем. Окей. Окей, просто. Окей. Чувака почти получилось он меня убить, ты прикинь. Ну, он почти красавчик. Почти убил. Нет, не почти. А кто на этих лесу? А, я понял. Сейчас бы стоять с блицкранками и не сделать ни одного ганка, точнее ни одного убийства. Ай-яй, Саня, помогай, типа. Ну, Саня, я иду. Ну, тебе пизда, типа. Или нет. Сань, ты можешь убить этого пизда? Можешь, можешь, можешь. Включай ульту только. А чё ж ты ульту-то не включаешь? Двоих можешь убить, Саня. Ульту только включай, ну. О, господи, Сань, что ты ульту-то не включаешь, я не понимаю. Все, 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 Сань, отходи, ты что? Там бы на боте помощь нужна пацанам. Синя, дашь, Сань? Все, все, все. Да все, не надо. Куда ты пошел-то, блин, Сань? Наутилус живой, ты что там собрался у него в лесу делать? Пол хп, даже меньше. Просто оставь мне синий, и все. Ну точнее не оставь, а помоги забрать. Ну, помоги мне. Ну так, блиноват, конечно. Прокаст там, когда попадает. Он... Блин. Сань, блядь, давай, пиздец. Да в смысле, ты автоатаку дал? Да, блядь, этот чувак остановился и дал ебаную автоатаку. У меня же, типа, стоит эта хуйня. Пиздец, я думал, он сейчас сожгет его этим. Не, он не сжигает, типа, он там. Блин, да нахер. Ну я к тебе сейчас иду. А, нет.
Ну давай, иди. Хотя, блин, не, я, наверное, бэкнусь. Сань, тут к тебе еще этот идет. Типа я не хочу к тебе подходить там. Бля, а чё там, два с бота, да, сместились? Да. Пиздец. Да ладно, в принципе, как бы... Не, мы разменялись там 1 в 3, так что нет, не нормально. Бля, я даже хуй знает, что покупать. Армор, наверное. Да нет, Саня, это что-то слишком пиздец. Калисто, ёбни! Сань, можешь мне оставить красный, пожалуйста? Типа... Да ты заебал, и синий, и красный, да блядь, нет, я сам... слушай, ну я тащить-то, типа, буду, как бы, так, между всем прочим. И, кстати, синий-то ты забрал, а не я. Давай, блядь, Дрейка заберем, куда ты нахуй летел? Куда ты, блядь? Куда ты полетел? Драконит ебаный. Чисто, куда ты полетел на своем вертолете? Я Роман Абрамович, у меня личный вертолет. Типа, мне вообще похуй. Типа, надо мид забрать. Нифига себе, просто эмч с ракет норм такой. Да отойди ты от меня, петух. Просто изи, типа. Сука, я забыл, что это Калиста ебаная. И что меня сейчас разорвет? Как под флеш. Ну, Сань, бля, им таурки надо обломать. Ну, сейчас мы заберем Геральт и будем таурки ломать. Смекаешь? Смекаешь? Лол, сейчас, блин, умрет. Пойдем этого пацана заберем, Саня, вот этого. Сейчас иду. И там Раба. А, слушай, они что-то хотят. Там сзади трое. О, там хоули щит, типа. Я продамажил краба, Саня, немножко. О, нифига, слышь, давай этого пацана принимай. Не-не-не, все. Сань, я ухожу. Включай. Да я, блядь, понял, Саня, что ты, блядь, съебу. Лол. Пиздец, Тимгер, я ухожу. Я не хочу это чувствовать, я просто уйду. Нет, типа, просто прикол в том, что их там было пятеро, а я, типа, а всего лишь одинокий Коркин. А я всего лишь одинокий усатый парень на вертолете, типа, который что... улетает. Что я могу сделать? Блин, чисто... Ну так-то, в принципе, там
следующий будет Огненный Дрейк. За Аллаха. Саня, как ПМ отправить? В ПМ? Сань, оставь мне, пожалуйста. Так чё, как в ПМ-то отправить? В ПМ? В ПМ как человеку отправить? Ну типа нажать на интер, типа слэшка R. Потом пробел, и там высветится ник, которого чуваку, которого, который типа тебе писал, и которому ты, ну, типа, сможешь ответить, и все. Ну, я, короче, Ульфку написал, что через 20 минут у Падика. Я думаю, через 20 минут мы закончим. Да быстрее закончим. Типа, у меня это, слышь, есть Саня, выдвигайся на мид прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, да, иду. Сзади. Лети, парень. Я иду. Сука, блядь. Бля, Саня, меня Калиста типа разорвало. Да я понял, что тебе... Ну это не страшно, типа. Бля, ну мне кажется, можно собрать Тиамат. Мне кажется, стоит сейчас пойти и забрать Огненного Дракона. Лети, парень! Ну смотри, ей пизд... вот смотри, как пизды я получают. Не знаю, зачем она, типа... Сань, огненный дракон. Огненный дракон — это очень важно сейчас. Да-да, я знаю. Вы можете, типа, собрать... Хотя не, наверное. Санька, у меня гости. Не, Сань, уходи тогда, Сань, тогда уходи. Бля, она смайт проебал. Сука, нет. Все, уходите, уходите, хрен с ним, все. Сань, ну это была плохая идея тебе одному туда идти. А с кем я тебе пойду? Не, ну просто подождать нужно было. Я не говорю с кем-то идти, я говорю, что нужно было просто подождать немножко и все. Все, изи, видишь, мы их раскатали, типа. Вот если бы ты подождал Фиору или меня, допустим. Что-то как тяжелеско. Подожди, а куда дракон-то? А, они его забрали, окей. Я-то подумал, они его не забрали. Да, блин.
прикинь, полтишки не хватило. До Бладристера. Бля, надо завардить барона. Блин, типа не деритесь, пожалуйста, типа мне синий нужно взять. Типа. Блин, вы можете не драться, пожалуйста. Сейчас я возьму пакет и пойдем драться. И все, и сделаем, короче, все сделаем. Гоу. Надо инициировать, слышь? 5 секунд, сам флеш. Не, ну не так жестко, типа, инициируй. Как ты подумал. Ну выходи-то, блядь, как-то надо из инициации. Типа, погнали там, типа, или что? Да сейчас идем. Ну, погнали. Ебать. Я на меня чуть не отъехал. Вот это плохо было. Сука, я отъехал. Ну, типа, МФ-ка ни хрена не делает. Типа, я зашел просто нереально жестко, типа, отрезал этой, типа, путь к отступлению, типа, им, короче. И, типа, никто, короче, не почему-то не зафокусил ни Калисту, ни Бранда, типа. Ну такое, типа. Через 2 минуты будет опять дракон. Огненный, да? Ну вот, короче, его обязательно нужно забирать. Все, нашор. Нашор, сразу. Да неважно, хрен с ним, с твоим смайтом, погнали просто. Нам нужен этот нашор. Сразу. Начинай, я сейчас подойду. Есть?
есть мать? 6 секунд. Ну, смайте там уже все хорошо. Ладно, я засмайтил. С автоатаки. Все, сейчас, Сань, уходи сейчас. Вот сейчас уходи, бэкайся, там закупайся. И пойдем ломать им. Да, иду. Я думаю, по боту. Я думаю, по боту пойдем. Так, я думаю, надо габ покупать. Так, пассивка 10 секунд. Я, наверное, на базе подожду. Короче, сейчас мы можем замутить такой нифиговый файт, короче, и выиграть игру. Да нереальность просто. Не, я серьезно, типа, сейчас можем вообще нифиговый. Пойдем по боту. Все, let's go. Иди на бот. Я, наверное, знаешь, я, наверное, убью, короче, бренда на миде. Давай, на мид, Саня, не дам, все. Всё. Жоня! Я ж говорю, жесткий будет файт, типа. Просто. Ты бы видел, я как я по ним зашел там? Или ты видел с вэшки, типа? Как ульта Рамбла получилось, типа. Сань, тебя тавр бьет, если что. Можем забрать, да, наверное. Попробовать. Добей тавр. Ладно, что, давай через 10 минут упадика. Все, давай, да, уходим. Угу.